единение всех тех, кто живет на ее территории. Это вот праздник, как мы празднуем в сентябре День города, как главный праздник края, День Ставропольского края, массовость, патриотизм. Многие народы выходят со своими обрядами, обычаями, показывают их гражданам. Поэтому в историческом плане этот праздник развивается, и настанет время, год-другой, когда он действительно станет наряду с Новым годом, наряду с другими праздниками, главным праздником России.